Здравствуйте, ребята. Бовсуновский. Смотрите, когда мы открываем абсолютно любой справочник, мы видим кучу информации. На самом деле все просто. Все конструкции в любом языке можно разделить на несколько вещей. Это функция, класс, метод, экземпляр. Когда мы поступаем таким образом и исходим из того, что делаем теории понимания чтения в исходном коде и документация, таким образом мы изучаем, как правило, уходит 5 месяцев. Работа трудная. Работа трудная. Не всегда люди могут найти эти полгода. Дело здесь не в деньгах. В описании будет ссылка, индивидуальное обучение на все совершенно разные вкусы и разное время. Дело в другом. Дело в том, что эти вещи напишем совсем простой код. Эти вещи, в данном случае функцию, если мы создадим класс А, и пусть это будет методом в данном случае, эти вещи, они имеют одну и ту же природу, которую мы будем изучать и изучаем. Функция, класс, метод, экземпляр. Обратите внимание, тема на самом деле большая. Когда нам удастся уложить в голове вот эти вещи, то есть выяснить, что общего, разница станет очевидна. Тогда вот это многообразие информации, оно будет, как тут правильно сказать, совершенно спокойно встроиться по одной простой причине, потому что такие вещи, как try, except, if, else, они работают одинаково. При этом сами вот эти вещи, то есть функция, класс, метод, экземпляр, работают по одним и тем же законам. Эти законы называются функциональный объект. Важно работать в три шага, так как делаем мы в школе. Теории понимания. То есть, по сути дела, надо научиться тренировать навык. Вот это плохой код. Правильно было бы сделать немножко по-другому. Вызвать функцию main вот так, чтобы получить исключение. В данном случае это уже тренировка навыка. Код, который мы написали правильно, он забудется через день, через два, через неделю. Если мы работаем правильно через навык, то есть через исключение, это то, что нам и надо. Иными словами, в данном случае мы четко понимаем, что нам надо смотреть на параметры. То есть параметр, аргумент, который не передан параметром. Библиотеки разные, исключения одни и те же. Эти исключения одни и те же в разных языках, они все равно одни и те же. Когда мы работаем, сначала теория, тренируем навык, а далее читаем в исходном коде, например, на примере Django.
То есть видим то, что мы изучаем в исходном коде и в документации. Всему этому надо учиться. Таким образом получается целая полная картина. Итог. Язык может быть несложным, если его разделить на 4 действия, иными словами, на то, что является действием в языке. Система дает возможность пройти, таким образом разложить язык по полочкам. И при этом, при всей разнице между функцией, классом, методом и экземпляром, они работают совершенно по одинаковым законам. И эти законы одинаковы в любых языках программирования. Поэтому мы полностью отцепляемся от языка. Мы задаем себе лишь вопрос, что общего между ними, так как элементы разницы, то есть реализации, они и так будут очевидны. Поэтому все просто. Я дал ссылку на индивидуальное обучение. Пробуйте. Делайте.